Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Мы находимся на улице Комсомольская, 10, гостевой дом «Спарта». Здесь домики под ключ, комфортабельные номера, бассейн, анимация. Все есть. Сейчас вам покажу территорию и один номер, потому что все остальное занято. Ребята работают весь сентябрь, еще может быть и октябрь зацепит, так что вы сможете сюда приехать и кайфовать, отдыхать. Есть трансфер на пляж, поэтому расстояние, в принципе, не особо важно. Но вы можете посмотреть, где находится по карте. Здесь есть ссылочка. Вы можете либо в описании найти, зайти, посмотреть на полный обзор гостевого дома, который мы снимали в начале лета. Я буду благодарен, если те люди, которые отдыхали, увидят этот ролик и напишут комментарий, свои отзывы. И благодарен тем, кто писали под тем видео отзывам, потому что это очень полезно. И, кстати, тут у них свой пляж, он входит в стоимость проживания. Это все огромная парковка их. Машины все находятся под видеонаблюдением. Территория закрыта, для себя дверь оставил. Так что вы, доброе утро, можете спокойно отпускать своих детей. Велосипеды входят в стоимость. То есть вам, если надо покататься, можете их взять. При входе есть такая красивейшая ногомойка. Здесь мы выходим на территорию. С правой стороны есть душ, туалет дополнительно на улице и одна из кухонь. Их тут несколько для общего доступа. Профессиональный стол для разделки, шампура. Кстати, да, тут несколько зон мангалов. Плита, микроволновка. Ну, то есть полностью весь набор, чтобы себе приготовить поесть. Территория оборудована бассейном. С правой стороны домики двухэтажные. Да, тоже удобного проживания. Можете видеть, что все они заняты. Вот так вот выглядит бассейн. Кристально чистая водичка. Никто не купаются только потому, что сейчас всех отвезли на море. Вот так вот, друзья мои. Здесь несколько беседок, есть даже места для того, чтобы позагорать на солнышке лежачки. Беседки все оборудованы светом, электричеством, есть качельки, очень много зелени на территории. То есть, допустим, вот вам инжир наш растет. Это декоративная хурма произрастает. Вот такие вот столики, да, под сенью деревьев. С этой стороны также есть домики. Можете их увидеть. Это довольно-таки удобные. Мы их показывали практически все вариации. Такой вот велосипедик. А вот это прям царь зона мангальная. Можете видеть, как это красиво смотрится под деревом. То есть казан, мангал. Пользуйтесь. Здесь мы видим, что люди отдыхали. Отдыхали так, что даже тапки откинули. Я шучу. Дай бог всем такого отдыха. Есть детский батут, на котором вы можете попрыгать. Можете видеть, что девочки с утра уже само приводят территорию в порядок, чтобы все было красиво. Еще дополнительные столики, стоят самокаты. В общем, набор детских игрушек также входит в стоимость. А два раза в неделю происходит здесь анимация. То есть своих детей отправить потанцевать. Лежачков довольно-таки много. Я думаю, что всем хватит. Есть такое занятие воркаутом. Установка и теннисный стол. Также детские домики, еще дополнительные столики. Здесь еще одна кухня, большущая обеденный стол. И кухня очень красивая. Вы не подумайте, что эти кухни всего лишь две, потому что посмотрите обзор, тут практически в каждом номере больших, тут как дома в основном, есть свои кухни. То есть да, этими кухнями даже людям не надо пользоваться. И еще одна мангальная зона, тоже видите, стоят столики. Также есть казан и два мангала. Ну, как, если вы хотите все массово пожарить шашлычок. Сейчас мы с вами посмотрим номер с размещением до 3 человек. Можете увидеть, он выглядит вот так вот. Очень большая кровать, раскладывающее кресло, две прикроватные тумбочки, телевизор, холодильник, сплит-система. Санузел тоже очень симпатичный. Раковина, зеркало, туалет и душевая. Здесь есть место для хранения. Стоимость такого номера на весь сентябрь 2900 рублей. Все, что я назвал, все включено. Все остальные вариации смотрите видео, ценники уточняйте на сайте, а мы отправляемся с вами на свой собственный пляж. Еще одна вот такая вот зона отдыха есть под навесиком, если что. Итак, трансфер привозит вас сюда, прям самым дюном перед морем. То есть все прям становится нереально близким благодаря ему. Ездит машинка 4 раза в день. То есть вы спокойно приехали и пошли дальше гулять уже к морю. С правой стороны здесь есть столовая. Улица Скифская, 4Г. Можете посмотреть. Я в этом году ее показывал неоднократно. В принципе, отзывы они довольно-таки хорошие. В этом году вообще практически по всем столам хорошие отзывы. Молодцы ребята, сезон провели достойно. Где-то были какие-то огрехи, но в основном это, кажется, мелочи. По крайней мере, то, что дошло до меня. Если у вас где-то кто-то обижал, тоже пишите обязательно. Но я жду вас, конечно же, на отзывах об гостевом доме «Спарта», потому что я знаю, что очень много людей приехали и отдыхали по нашим прошлым видеосюжетам и встречались мне на Парли и говорили, что прям все очень хорошо. Хочется увидеть это именно в текстовом формате, пожалуйста. Я для вас старался, ходил, снимал. Но вы, как говорится, сделайте вещи уже для меня. Здесь ребятки рыбку коптят.
И выходим потихонечку уже на пляж. Расстроилась, тут мохито было все лето. Тут появляются торговые ряды, батуты ждут своих клиентов. И люди потихонечку тянутся на морешко для отдыха. Пиво можно картой оплатить. Также на дюнах точки всегда помним о том, что надо узнавать конечную стоимость татуировки. Есть квадроциклы тоже от администрации работающей точки. Основной поток идет по прямой, а у нас здесь направо проход именно на пляж, который относится к вам. Ну, для тех, кто смотрит, он относится этот пляж, для тех, кто отдыхает в гостевом доме Спарта. Здесь на территории есть такой вот комплекс, ну, за денежку можете прийти покатать своих детей. Есть душ, туалет с правой стороны, переодевалочки, теневые навесы и бар также есть на пляже. Лежаков свободных целая куча, то есть проблем с этим нету, хотя уже все сюда перевели, а вот это бар, друзья, то есть и покушать можно, и прохладительные напиточки, то есть вот до сюда часть относится непосредственно к вашему гостевому дому. И выходим на пляж, посмотрим, как здесь морешко, думаю, что будет самое интересное для нас, люди, которые здесь отдыхают на пляже. Это бесплатная зона, тут может любой прийти, как говорится, наслаждаться морешком. Интересно, конечно, как вода. Вода у нас уже много дней стоит, 29 плюс градусов, поэтому очень интересно, как выглядит. Выглядит, ну, по-моему, ну, просто шикарно. Вот такое море вас ждет, если вы приедете к нам на отдых сейчас. Вот с детками самое идеальное. Замерим температурку. Я думаю, что это тоже будет прям важно. Водоросли, кстати, немножечко присутствуют, но какого-то бурного цветения мы, в принципе, не наблюдаем. Если вот туда право пройти, там вообще кристальная водичка. Температура воздуха 35,3, у нас прогнозов таких не было, температур. Меня зовут Данил Багин. Привет тебе, Данил, спасибо. Ну, как я и сказал, температура воды возле 29 градусов. Ну, по-моему, просто идеально. В общем, все номера, дорогие друзья, есть под видео. Обращайтесь, приезжайте, отдыхайте, чтобы вам все было хорошо и по кайфу. Дай бог, чтобы, говорится, была хорошая погода. У нас на сентябрь вроде по прогнозу стоит все великолепно. В соседнем Крыму там Фобос передает о том, что у них с 1 сентября закончится и купальный сезон в море. Я надеюсь, что у нас будет продолжаться как можно дольше. Людей на пляже, ну, достаточно, да? Я думаю, что прям всем хватает. Это, видите, сколько людей в море, это просто фантастика. В общем, кто хочет купаться в таком море, приезжайте на отдых, мы будем рады вам.